Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с Днем медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Сегодня в системе здравоохранения Подмосковья трудятся более 113 тысяч специалистов. Работа медиком – это всегда огромная ответственность. Так же, как и вы, для пациентов мы хотим быть вашей опорой. Поэтому у нас в Подмосковье есть специальные меры поддержки и программы. Социальная ипотека, компенсация аренды жилья, земля врачам, земский врач-фельдшер, приведи друга, премии лучшим специалистам. Ежегодно мы стараемся улучшать условия работы, модернизируем поликлиники, закупаем новейшее оборудование, внедряем искусственный интеллект. Мы надеемся, что работа в Подмосковье и дальше будет приносить вам удовольствие. Спасибо за ваш труд, неравнодушие, чуткость, внимание к людям. За то, что вы всегда рядом и готовы прийти на помощь. В больницах и поликлиниках Одинцовского округа предоставляют качественную медицинскую помощь. Одним из таких учреждений стал и клинический центр восстановительной медицины и реабилитации, который работает на базе Одинцовской областной больницы. Здесь принимают пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями органов дыхания, пищеварения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Реабилитация в рамках Одинцовской областной больницы производится в амбулаторных условиях и стационарных условиях. В амбулаторных условиях есть и детская, и взрослая реабилитация, в стационарных условиях взрослая реабилитация, которая происходит в двух филиалах. Сейчас мы находимся в стационарном центре медицинской реабилитации, который оснащен по последнему слову техники. В центре работают высокопрофессиональные врачи, которые помимо большого практического опыта всегда стремятся к овладению новыми передовыми методами диагностики и лечения заболеваний. Заведующий отделением реабилитации Кирилл Михайлович, помимо 20-летней медицинской практики, ежегодно проходит курсы повышения профессионального уровня, в том числе с интеграцией IT-технологий. Гордость – это большой аппарат, можно отнести его к высокотехнологичной помощи, да, это CMIL так называемый, с проекционными дисплеями, с массой более 100 различных восстановительных программ, очень нравится и пациентам всех возрастов. Реабилитация в центре проводится бесплатно по полису ОМС. Направление пациенту выдает лечащий врач при наличии необходимых медицинских показаний. Пациент, имея на руках форму направления 057У, которую может выдать врач-терапевт, узкий специалист в поликлинике, может быть направлен в наши реабилитационные центры. В Московской области сейчас работает 406 поликлиник, 200 амбулаторий, которые ежедневно посещают 200 тысяч человек. Также в Подмосковье работает эффективная программа по привлечению медиков. Только за прошлый год прибавилось 1000 специалистов. На данный момент происходит переход к новому стандарту работы поликлиник. В него входит создание удобных регистратур и мест ожидания, электронная запись. Самые загруженные кабинеты расположатся на первом этаже, а выдача справок будет производиться в удобном для пациентов месте. К концу этого года еще 100 поликлиник региона станут соответствовать всем необходимым требованиям. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».